Игорь, закончился сезон, время подвести его итоги для себя, в частности, для команды в целом. Ну, сезон удался, это очень плодотворно. Все-таки первое место заняли, и это огромный плюс и каждому футболисту в дальнейшей жизни. Там как бы она не складывалась для каждого из нас, какая бы дорога нас не вела дальше. Вот, все довольны, то, что именно так сложилось сезон. Вот, были какие-то спады, перепады в наших играх. Вот, и ну, все то, что произошло по ходу сезона, это вылилось в концовку, и вот результат. В одном из своих интервью ты заявил о том, что после операции, которую перенес на своем колене, очень обидно было наблюдать со стороны за матчами финальной серии. Так ли это? Да, это очень обидно было, как бы сидеть, переживать на трибунах за команду. Душа рвалась, не знаю, на площадку, глаза горели, но колено, здоровье не позволяло выйти, помочь чем-то, хоть даже на трибуну, ой, на скамейке запасных чем-то подбодрить ребят, если бы не доверилось месту в составе. Вот, так-то обидно было. Ну, будем работать, как набирать форму, следующий сезон уже новый будет, будем новый показывать что-то. Ну, в целом, для себя как оценишь этот сезон? Ну, в целом, удовлетворительно, немало играл, и вот, было много хороших моментов по сравнению с прошлым сезоном. Хороший сезон. Мы у многих наших футболистов спрашивали о лучшем голе, о лучшей, самой красивой голевой передаче. Вспомни свой самый запоминающийся сейв. Сейв? Ну, наверное, 10-метровый, может, это Синар. Не сейф такое, но было приятно то, что на последних минутах получилось отразить 10-метровый и добыть очко.